Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Очень много чего хочу вам сегодня сказать, постараюсь ничего не забыть. Ну смотрите, во-первых, нас уже больше, чем 5000 подписчиков. Наконец-то мы пробили это сопротивление в 5000 и тестируем его сейчас как поддержку. Это не может не радовать. Большое всем спасибо, что подписываетесь, лайкаете, комментируете. И если вы этого еще не сделали, то сделайте это прямо сейчас, если вам нравится криптоконтент, а то потом забудете. Ну теперь смотрите, что я хочу сказать. На самом деле только что перевел для канала The Moon.ru аналитику Карла по поводу еще нескольких альткоинов, где он говорит в том числе про Dash. Dash не выглядит очень хорошо сейчас, если вы ходите Dash в этот момент. Но Dash при этом выглядит очень дешево. Dash выглядит очень дешево. Посмотрите этот видос. Сейчас я сделаю, чтобы появился он у вас сверху. Достаточно интересно там Карл говорит, но своими словами и своими глазами, что я тут вижу. Ну, во-первых, смотрите, в логарифме, можно я сегодня так по случаю того, что у нас 5000 подписчиков, спокойненько, так расслабленно, вальяжно все вам расскажу. Вот, во-первых, не забывайте о том, что в логарифме этот график выглядит абсолютно нормальным, да? Смотрите. В логарифме этот график выглядит абсолютно нормальным. Но если мы выключим логарифм, посмотрите, этот график выглядит как безумие. И вот главное не забывать об этом, что вот у нас есть некий коридор по stock to flow. Это индикатор BIM, BENZ. И мы внутри этого коридора. Но если мы выключим логарифм, то это выглядит вот так. То есть тут у нас еще лететь и лететь, на самом деле. Все вот эти комментарии негативные, которые я вижу, что типа вы все дураки, что типа FOMO, что скоро биток упадет обратно там на 7000. Ну это смешно, это люди не понимают рыночных циклов просто. Как бы мне тоже, я не могу вам сказать, что я так легко прям сижу в лонге с самого дна. Конечно, я тоже постоянно сомневаюсь, там закрываю маржинальные позиции. Но в целом, как мы можем видеть, что пока лучшая стратегия была сидеть в лонге. Но с битком понятно, вроде он как пока немножечко поутих, и доминация начинает у нас разворачиваться. Уже наконец-то тут фу, блин, чтобы не сглазить, всем альткоин-ходлерам посвящается. Вот, да, доминация, собственно, смотрим за ней, чтобы она сейчас сделала вот так, потому что в противном случае я не знаю, как мы будем с вами крыться, альтходлеры. Но я думаю, все будет нормально, даже если она сделает вот так, то потом она пойдет туда. И в этот момент надо смотреть, да, потому что какие-то альты уже перекупленные. Но я тут вообще ничего не менял, то есть смотрите, все то же самое. Bitcoin Cash очень хорошо смотрится к биткоину, очень хорошо идет прям. Это не значит, что он не может еще вот так не сделать разок, но в целом очень хорошо. Dash прекрасно, смотрите, Dash снова тестирует $130, но к доллару, ну, он даже не начал еще, он еще даже не начинал. Посмотрите, как велся Litecoin и Bitcoin Cash. Вот Dash скоро так же начнет. Dash к эфиру, Dash к биткоину, все то же самое. Короче говоря, смотрите сами на графике. Вот Dash к биткоину вообще нарисовал, во-первых, дивергенцию на Hikonashi RSI, если мы посмотрим. Здесь явный дивер нарисовался. Цена идет вниз, а RSI идет наверх. Ну и в целом, как бы ему давно пора уже куда-то... Смотрите, что Карл сказал на самом деле. Вот он интересную вещь сказал, вот про как минимум такой памп. На 100%. Ну, мои цели, вы знаете, я ничего не менял, вот мои цели по Дашу. Поэтому, кто со мной в этот поезд, в эту ракету, милости просим. Кто против меня, продавайте скорее, вот здесь я все у вас скуплю. И вот здесь вот вам продам обратно. А также наши друзья с канала Pro Blockchain запускают новый AirDropBot с кучей призов, с отличной реферальной системой. Как это работает? Ссылочку вы найдете в описании видео, либо в закрепленном комментарии. Вот она, AirDropBot. Нажимаете на нее, открываете бот в Телеграме, говорите ему старт и выполняете несколько несложных заданий, типа подписаться на канал и так далее. Дальше вы автоматически получаете их нативные токены блок. Вы можете приглашать друзей по своей реферальной ссылке и автоматически участвуете в розыгрыше крутых призов, который будет подведен после 28 февраля. Из главных призов это крипто-тачка, кастомовая тачка на тему крипты, также кошельки холодного хранения Ledger Nano S, Trezor, и также биткоин и эфириум прямо в виде чеков в боте из серии «Кто первый прочитал, нажал, того и деньги». Вот, так что участвуйте, это наши друзья, так что можем гарантировать вам, что это честный конкурс, никакой не скам. Добавляйтесь, ссылка в описании, про блокчейн AirDrop Bot. Вот, Stellar тоже хорошо идет. Raven, кстати, начал разворачиваться. Я уже потерял в него всякую веру. И Raven все-таки начал разворачиваться. Raven очень хорошо смотрится сейчас к биткоину. Если вы думаете, что вы пропустили, ничего вы еще не пропустили. Вот, отдаляйтесь на недельки. У нас тут только первая зеленая свеча. Raven отличная маза тоже сейчас сделать.
несколько иксов. Вот, Uniswap очень хорошо идет. Вот я смотрю Uni. Uni очень хорошо идет. Как бы он может и дальше пойти, что. Но я предпочитаю не впрыгивать уже на середине движения. Я поэтому вам и показываю Dash, Raven, всякие такие монеты, где вы можете все еще зайти внизу. Но, с другой стороны, опять же, это тактика контртрейда, то есть, когда вы угадываете, где дно, хотите встать у истоков тренда. Это более рискованно, чем когда вы уже видите тренд. Чем когда вы уже видите тренд и можете встать по нему просто как по ветру. Вот. Ну что тут еще скажешь? ETC, все те же фишки на самом деле. Ничего не поменялось. Вот, важная еще вещь. Наконец-то Bybit организовали эфирный турнир по нашим просьбам с вами. Эфирное состязание. Вот, смотрите, призовой фонд 2,5 эфира, ну, без малого. Когда наберется 100 участников. Сейчас пока 26 участников, призовой фонд 0,75 эфира. Ну, соответственно, чем меньше участников, тем больше у вас шансы на победу. Вот, регистрация уже открыта, продлится до 25 января. Состязание с 25 января по 8 февраля. Распределение призов 10 февраля. На счету нужно иметь всего 0,1 эфир, чтобы участвовать. То есть вы просто заводите 0,1 эфир на биржу и можете торговать, можете даже не торговать, потому что бывает, если многие уйдут в минус, вы можете даже занять 10 место, там, скажем, с нулевым PNL. Но в целом, да, у кого будет больше PNL, тот и победил. Вот, поэтому зацените. Эфирный турнир на Байбите. Вот, как-то так сказал. Ну а я чё? Я на самом деле немножко отвлекся сейчас от трейдинга в связи с тем, что было очень много работы всякой и переводов и всего остального. Но на самом деле все то же самое. Dash можно набирать смело. К битку он просто, будьте здрасте, сейчас стрелять будет. Raven то же самое. С битком, с торговлей я бы пока не торопился. Ну, в какой-то момент можно хеджевые шорты будет одевать, когда уже все будет понятно, что двойная вершина. С эфиром тоже непонятно. Он в целом-то может сейчас еще и на 2x улететь наверх к доллару, но может и не улететь. Поэтому вот с битком и эфиром я пока не суечусь. Chainlink не трогаю, потому что тоже что-то уже он как-то высоко. Ну и вы все мои темы знаете по позициям. Вот, guys, сегодня вот такой вот коротенький обзор с кучей информации, которую я до вас вроде бы донес. Много-много было просьбы у меня, покажи, как торговать на той бирже, на этой, как то все, как ставить стопы. Смотрите, во-первых, все это есть, все это абсолютно есть в закрепе и в любом видео, и в Телеграме, и везде, во всех закрепах. Вот они все полезные видосы, как торговать на этой бирже, как на той, как зарабатывать на рынке. Сравнение всех бирж, обзоры индикаторов, уроки Хайка Наши, обязательно посмотрите как минимум вот эти видосы. Ну а я в свою очередь, что? Ну, видимо, выйду в лайвстрим к вам, может быть, завтра, послезавтра по возможности. И проведем еще один торговый лайвстримчик, потому что, в общем, я как увижу хорошие движения на рынке, я, может быть, просто сразу выйду в лайв. Так что будьте на связи, не забудьте подписаться, поставить на колокольчик, добавиться в телегу. Торгуйте аккуратно и увидимся в следующих видео. Всем профита.